И всем большой привет, с вами Гандриус, и мы продолжаем играть в Don't Starve. Да, остановились мы на том моменте, что мы обнаружили посох огня. Да. И почитал на форумах и выяснил, что с помощью него можно поджигать разные вещи, монстров и прочее. Что ж, давайте продолжим наше выживание. И, собственно, вот. День четвертый, мы выживаем. У нас... Вот он, собственно, я его протестирую. Короче, смотрите, прикол. Вот. Подходим и смотрите. Оба. Прикольно, да? В общем, как-то так. Еще почитал, что я могу себе скрафтить... Да, могу себе скрафтить научную машину. Но мы здесь не будем крафтить из-за того, что местность довольно очень плохая. Да. И как-то вот так вот я повертел. Короче, вот так вот пришел к выводу, что мне будет удобнее вот так вот. Как-то. Так вот. И мы получаем пепел. Для чего он нужен, я так и не понял. Но мы его выбросим на всякий случай. Удобрение, это я так понял, для фермы. Я также посмотрел разные видео на ютубе и посмотрел. Короче, у нас еще травяная броня. И давайте же ее скрафтим, почему бы и нет. Вау, смотрите, морковка. Прикольно. Две морковки, вообще классно. Как у нас с интеллектом, все отлично, все супер. Как у нас дела? Шишку давайте посадим, чтобы место занимало. И выбросим селитр, потому что я думаю... Да мы поняли, что ты не геолог. Надо выбросить. Вот, молодец. Морковка, в принципе, есть. Два самородка и шерсть бифала. Я так и не понял, для чего она нужна, но, видимо, для одежды. Да. Да? Наушники из кролика. А это значит... Верно! Скрафчиваем ловушечку и идем искать кроликов. Где они обитают, я не понял. И тут до хрена пауков еще. Так что нам не напороться на них не надо. Давайте пойдем исследовать, наверное. Я так и не понял, стоит ли нам залезать в это, потому что я думаю, что она приведет нас к сюда, что ли. Я не знаю, попробуем отправиться, я не знаю, вот когда в следующий день отправиться, наверное, обратно сюда, к свинкам. Пока что. А пока что мы здесь, пока что побудем немножко. Отлично, отлично, просто все супер. Я думаю, свинка справится, наверное. Отлично, свинья справилась, просто молодец, просто красавчик. Просто молодец. О-о-о-о-о-о-о! Что у нас тут? Топор. На 69%. Давайте что-нибудь выбросим. Я думаю, надо выбросить нам... Давайте съедим семена, чтобы восстановить голод. Так, это нам не нужно. Так, морковку, блин, я даже не знаю. Мы хотим поохотиться на этих тварей. Так, что мы хотели? Да, точно, кролики. Кролики, кролики, кролики. Но я их так и не нашел почему-то. И мы нашли два сразу золотых самородка. Это же просто класс. Реально супер. Но кроликов я так и не вижу. Это плохо. Твоя должна дойти. Все, окей, не тревожу. Морковь, лепестки. Бэйм идет к ночи. Это точно. Где наш... Ага, вон тут вот, я понял, окей. Ага, ну ладно, давайте возвращаемся. Короче, да, мы не нашли все-таки кроликов, но... Почему бы нам не отправиться на следующий день? Допустим, вот сюдашеньки. Или к свиньям, или, допустим, сюда пройти, я не знаю зачем. Но нам придется, потому что... Ну, придется. Да, нам придется. Как-то вот так вот пойти, пройти. Короче, вот сюдашеньки, да-да-да, вот сюда. Окей, пока что есть еще время, давайте добудем немножечко веток. Я так думаю. Здесь мы не будем ничего крафтить, потому что... Место такое себе, да, куча лесов, куча деревьев, свинки тут живут еще, пауки. Не классно. Ладно, окей. Давайте срубим вот это деревце. Хотя я не знаю зачем. Хотя нет, давайте не будем срубать. Пока обойдемся без этого. Свет, факел. Так, нам надо что-то съесть. Морковку, блин, вот... Блинский. Доски.
Может, доски выбросить, хрен знает. Давайте скрафтим, окей. Костер, окей. И... Окей. Что с ними можно сделать? Добавить топливо. Давай посмотрим, сколько добавит. Ого! Это, кстати, неплохо. Одно топливо, в принципе, неплохое на самом-то деле. Итак, новый день... И, как я выяснил, с этих досок очень хорошо получается топливо. И у нашего персонажа выросла борода. Классно. Ее можно, кстати, сприть, но мы этого делать не будем. Вы скажете, почему? Прочитал на форумах, короче... На самом деле я ничего не прочитал. Я вру. Такс. Помним, здесь был пожар. Да? Мы все помним. А, давай скушаем. Кости, нам это не нужно. Вот ты, крольчатина сраная. Такс. Морковку. Ай, да, попался. Классно, супер. Отлично, супер. Так, мы направляемся, в общем-то, сюда. В эту местность опять. Очень опасную местность. Хотя... Ага, здорово, здорово. Такс, установим ловушку. Давай. Ха-ха, приманился, глупец. Отлично. Такс. Что нам нужно? Наушники. Нам нужна научная машина. Окей, давайте дальше пойдем. В принципе, у нас есть два кролика, и это отлично. Опа, мы здесь не ходили, кстати. Давайте здесь чем посмотрим, что интересно тут есть. Ну, я думаю, что тут ничего интересного нету практически, наверное. Хотя, кто знает. Ну, трава есть, классно. В общем-то, в этой местности практически ничего нету такого, да? Я так смотрю. Обрывы, вот это все прочее. То есть, ну, тут ничего приличного нету. Все абсолютно фигово. То есть, не свинок. Ну, ягодки есть, да, веточки, да, улей есть. Классно. Но нам это все, конечно же, не нужно. В общем-то, дорожку мы нашли, и, в принципе, давайте отправляться, наверное, уже. Итак, в общем-то, я добежал до этой местности, ну, до того места, где вообще все практически началось, наверное, я не помню. Вот, собственно, это король говносвиней. Я так и не понял, что ему нужно, интересно. Может, ему вот это дать? Хотя нет. Ну, это, естественно, от него пахнет. Может, его замочить, я не знаю. Может, поджечь этих дом? Причудливые домики. Это точно. Они красивые, да. Ну, как они только в них живут, интересно. Так, в общем-то. Тут ничего интересного нету, я так посмотрел, да? Потому что, ну, мы, в принципе, нашли опасность. Ого! Флинты. Это нам пригодится. Ну, флинт это, короче, кремень. Только на английском. И валун у нас есть. Отлично, отлично, супер. С интеллектом как у нас? Все отлично. Бабочку. Отлично. Ого, активирует алтарь. Отлично, у нас даже есть уже алтарь, с помощью которого... Ого, так вот, что у них тут есть. По-любому тут должен быть индюк, уверен. Тут должен быть индюшатик. Так, ладно, добьем. Ой-ой-ой, я хочу есть, я срочно хочу есть. Очень пожрать надо сильно, так. Блин, кроликов либо. Я не знаю, давайте здесь, что ли, вот поставим. Окей, научную машину. Ладно, давай. Окей, здесь, короче, мы поселимся вместе с этими паучками. Ай, я не знаю. Давайте приготовим. О, очень плохо становится. Прям супер плохо. Блин, даже семена иногда лучше даже. Да, это очень тупо. Как-то я даже не позаботился. Иди сюда. Иди сюда, гада. Давай. Отлично. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Воу-воу-воу. А, чё, все испугались? Крысы. Стоит ли добавлять топливо? Я не знаю. Давайте добавим пару. Ну, большое, тяжелое. Во. Отлично. Мочи, 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 мочи. Отлично, мясо. Окей, думаю, это хватит, наверное, пожарить нам. О,
Да. Нехорошо тебе, ну это ясно. В общем-то, попутно я скрафтил себе рюкзачок. И мы живем уже 6-й день. Это, кстати, очень классно. И у меня еды совсем нету. Мне бы срочно еды бы, да. Давайте срубим это дерево, я не знаю. Так, нет. Отлично, даже семена есть, классно. Семена это отлично. Давай. Отлично, да. Давайте живого врема по мнению. Ого. В общем-то, запоминаем наше здесь место убежище. Классное. О, еще одно живое обрево. Классно. Нет, нам не нужно. Нам нужны семена, там, я не знаю. Отлично, семена. Паутина. Паутина. Блин, нам бы срочно найти бы еду какую-то. Прям, прикиньте, без еды умереть. Ну, это же капец. От голода. Блин, даже ничего нет практически. Давайте ягоды собирать. Точно, точно, я очень глупый. Я прям супер глупый человек. В общем-то, я забыл, что у наших свинок есть огромное количество ягод. Супер огромное количество. Конечно, мне они не рады, но ладно, надо жертвовать чем-то. Я знаю, что они будут гнить, но это не важно. Окей, 16 ягод, это в принципе отлично. Так, давайте подкинем, наверное, успею, да? Давай. Отлично. Давайте скушаем, давайте 12, да? 21, окей. Ну, блин. Вот, окей, короче, 30, да? Сколько стонал? 42, значит, на 12, да? Обычно съем. Угу, значит, приготовлен лучше. Короче, давайте себе приготовим сразу кучу ягод. Но не ешь ты их, господи. Глупо, не ешь их. Они же плохие. В общем-то, 11, давайте сейчас по полностью затаримся. Голодом, так. Вот, отлично, 144. Кстати, слышали, да? Испугался кролик. Значит, что-то на него напало. Причем очень опасное. Ага, у нас тут есть морковка. Классно. Кстати, давайте убьем пчелу, кстати, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень злые пчелы. Прям супер-супер-супер злые пчелы. Ё-моё, зачем мне это сделал? Почему я такой дурак? Нет, 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 нет. Фух, блин, и костер сгорел, черт. Ладно. Окей, давайте продолжим дальше. Вот сюда пойдем дальше, наверное. Исследовать что-то. В принципе, у нас запас еды отличный. 4 семена есть. В принципе. Так, собственно, тут ничего нету. Тут конец. Или тупик, хрен знает. Но тут есть пчелы и новая местность. Ого, вот эта реакция. Собственно, собираем с кустиков наши... к ночи, да, да. You're right. Ого, новая местность. Это ужасный просто осколок. Просто ужаснейший. Зачем я сюда шел? Хрен знает. Ну ладно, хотя бы ягоды захватили немножко. Так, а тут что у нас дальше идет? Тоже тупик, наверное. Ого! Смотрите, что у нас есть тут. Куча всего. Ага. Посмотрите, как много всего тупо. Это супер, это просто потрясающе. Это просто класс, да. Это просто супер. Думаю, возвращаться надо бы уже. Домой к свинкам. Так, ладно, вернем сюда попозже, наверное. Сейчас пойдем обратно домой. Не знаю зачем, но явно надо. Так, вот что моя машина, да? О, да-да-да, вот она. Здравствуй. И в принципе все отлично. У нас супер, в принципе, еда. Ага. Удочка. У нас есть удочка, но тут... Для чего только нужна? Это загадка. Отлично. Факел одного хватило. Мой свет погас. Нет, нет, нет. Все, снять. Отлично. Такс. Так, ну что же, продолжаем, наверное, да? Давайте снова продолжаем наше вести дело. Так.
Давайте в этот раз продолжим все-таки отправляться там в новое место. Так, мы поняли, что здесь тупичок, а вот там самое интересное начинается. В принципе, науку мы еще сможем скрафтить еще много раз, но мы этого делать, конечно же, не будем. О, семена, классно. Такс, закупирован воронку. Ага, классно. Но мы ее не будем дробить сразу же. Мы пока что осмотримся. Так, свинь тут один живет. Блин, бедняга. Вообще, наверное, грустно ему тут, конечно. Ого, смотрите, новая местность. А это значит что? Это значит то, что ничего. Так, мы реально продолжаем искать пока что. Пока что мы поняли, что вот там какая-то новая местность. Но как туда только попасть, мы не знаем. Так, снова паучки, здравствуйте. Блин, тут пауков просто черти. Мы продолжаем все так же исследовать. Семена. Еще один валун, классно. В принципе, местность реально неплохая, так что да. Берем во внимание. Кролик, крольчатина. Кстати, седьмой день выживаем. Это очень даже классно для меня. Что, блин, столько выживаю, капец. Так, в общем-то, я подумал так. Вы можете написать комментарии, полезно что-то, не, допустим, не знаю. Опа, новая местность. Каменистая. Вместе вот с такой ужасной. Классно. И, возможно, она нас проведет куда? Куда-то еще. Или ты еще один осколок какой-то ужасный. Кто знает. Ого, тут дофига кроликов, прям до охренища. Вот в этом месте можно их половить и даже зажарить. Хотя, я не вижу смысла их зажарить, потому что они восстанавливают очень мало калорий. Толку от них нет практически, только как мех какой-то. Короче, это тупо местность из... просто тупо из крольчатины и из травы. Сейчас с голодом все более-менее. Так, в общем-то мы вот так вот пробежали целый огромный просто путь. И в общем-то надо возвращаться, наверное, уже, я не знаю. Давайте пока что еще походим. Пока что еще исследуем. И я там видел, кстати, пруд вот этот. Он опасный, на самом деле. Вроде бы. О, морковка. И ягодки. Так, я ягодки, наверное, заберу. Нельзя попродать даром. И мы нашли опять новую дорожку. Более короткую. В принципе, отлично. Мы, в принципе, выживаем довольно легко. В принципе, нас никто не падает. В принципе, если так судить, да. То у нас, в принципе, никто не нападает, и все у нас проходит чисто и гладко. Так, в общем-то, мы возвращаемся себе на базу и берем факел. Мы возвращаемся обратно к нашим братьям, свинам. Так, где моя машина? Меня эти звуки, честно, пугают, до мурашек. Фух, отлично. И я так и не понимаю, что это за звуки. Либо это сам свин вот этот, да? Вот, что это за звуки, так не понимаю. Вот, что это за звуки? И мне это не нравится. Мне это супер не нравится, вот эти звуки, честно. Вау, 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 вау! Вау, 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 вау! Черт возьми! Блин, надо свинкам помогать. Блин, а у меня нет ни черта. Блин, помогаем, ё-моё. А, они замочили. Боже, вы мои красавцы, просто. Блин, дайте я вас, блин, за это отблагодарю. Просто молодцы, просто красавчики. Просто жесть. Я думал, что я сейчас умру реально, но у меня хп, в принципе, нормально. И давайте, пожалуй, наверное, скрафтим себе фарпит, наверное, все-таки чисто вот так вот устроимся. Ты не хороший, ну, естественно, хороший. Давайте добавим досок, хотя я не хочу рисковать. Или измеритель температуры, давайте скрафтим реально. И давайте его поставим подальше от этого всего. Отлично, все супер. Фух, в принципе, мы пережили атаку этих тварей. И давайте скрафтим что-нибудь, реально, надо скрафтить что-нибудь. Нам бы скрафтить, знаете, чего? Сундук бы какой-нибудь. Жезл поиска, воу. А что это? Окей, нам надо бы скрафтить... Чего нам скрафтить? Давайте скрафтим материал, нам нужны, да, вот эти... Доски, да? Давайте скрафтим, почему бы нет. Да, они помогут нам, кстати. Очень даже хорошо помогут.
Крафтим конструкция, мини-синяя табличка. Так, нам это не нужно, нам нужно вот это. Такс. Окей, дальше, что нам нужно? Дождеметр и... веревка. У нас есть веревка? Веревка крафтится из травы. Окей. А, чё я вообще-то туплю? Я же могу еще ходить, так что окей. Надо найти еще одну траву. Да? Дождеметр. Предсказывает вероятность осадков. Громотвод. Вот и наша трава. Отлично. Супер. Хорошо. Иначе будем копить на алхимическую машину, да. Ого, вы какие мы молодцы. Отлично. Итак, новый день. В общем-то, на этом, наверное, все. Мы продолжим в следующей серии. Что ж, с вами был Гантриус. Всем удачи и пока.